Ня-н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 я. Здрасте, друзья. Mafia The City of Lost Heaven. Продолжение сюжета. Мы продолжаем. Непыльная работа сегодня задание. Непыльная работа. Непыльная работа. Вот нашла. Сверху. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? В общем, да, вперед. Сегодня у нас непыльная работа, будем собирать дань. То есть мы даем защиту. Где выход? Ну, а ну, чувак, видите? Обойди его, в конце концов. Ни гора, ни... Как не мышка резкость, стоять. Нормально? Резкость? По-моему, слишком. Можно что-нибудь менее резкое? Менее резкое? Да. Давай, сейчас что-нибудь сделаем. Чувачок не гора, подвинется. Но он не хочет двигаться. Так, это не то. Это управление. Лучше? Да, вроде бы да. Так, ну, собственно, в прошлой серии мы проходили задание, и это коктейли Молотова, которые кидала Настя, это просто какие-то коктейли Молотова-невидимки, да или машина-невидимка, не туда, задний, так сказать, на задний выход, через задний. Что это? Видишь, блестит. Ну, это, скорее всего, баги и мафии. Писали в комментариях нам человек, что... Это наш? Да. А ты иди за машиной. Вот к этому чувачку. К нему? Да нет, 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 к этому Ральфи. Туда. Ну, он же автомеханик, да. Ой. Ай, Ральфи, извини. Как с тобой... Фу. Что? Да! Что это было? Кнопка действия правая, кнопка мыши, а не левая. Правая, то есть под правая рука. Вот. Капец! А почему они начали меня... В меня стрелять, я же просто его ударила. Ну, ты же ударила его. Ну, так это же свой, по-дружески, так сказать. Ну, ты пока, ну, мы объективно говоря, пока еще никто здесь. Бомжишки какие-то левые. Собственно, короче говоря, у нас под первым выпуском резонанс произошел небольшой. Так, правая кнопка мыши. Нет, ближе, ближе. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. А, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. Больше не ударь никого. Идем за ним? Да. А он может перестать бегать? Ничего особенного, но ездить может shift. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка штучку возьму, если я пойму, что это за штучка. Так. Это просто как два пальца. Спасибо. Да, да, спасибо. Подходи к машинке этой. Зажимай правую кнопку мыши. Вот так взламывается машина. Если он тебе говорит... Так, зачем к Винченцу тебе надо зайти еще? Все, мне выйти? Ты могла поставить машинку, в принципе, перед его входом. Винченцу, помнишь Ген Винченцу? Нет. Тут два места, куда можно сходить, по сути. Ну, едь прямо. Прямо. Только не сбей никого. Так, развернись направо. Направо, поворачивай, да. Тормози. А теперь заходи по лестнице, поднимайся, только заглуши тачку. Хочешь поровнее? Да.
Так вот, под первым видео мафии вы наставили много дизлайков. Скорее всего, это люди, которые... Тормози. Скорее всего, это люди, которые просто видели, типа, лагает начало видео, типа, все, говно. Контент говно. Очень не завидую этим людям, которые даже не принялись поставить дизлайк. Это спасибо большое, конечно, вам за это. Но, ребятки, вы понимаете, что если мы перезаписали эту часть, это было бы уже не так интересно. Живые эмоции были потеряны, а так живые эмоции остались. Да, начали подлагивало чуть-чуть, ну и что? Такое бывает. Вход вот налево же. Почему здесь так грязно? Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. У Винченцо здесь между собойчик с пушкой. А мы его... Наверное. Будем. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Что? Так, возьми оружие. Тоже кнопка действия. Ты куда пошла? Вон оружие. Я понимаю, я просто хотела... Так, оружие спрятать. H. Минуточку. Все. Кулаки. Если ты оружие вытащишь при ментах, они тебя посадят в тюрьму. О, боже. Теперь садись в машину, и тебе подбегут сейчас Сэм, Поли. Поехали, поехали дань собирать. Вот. Поэтому, да, друзья, если вы любите мафию, тут, короче, музыки у нас не будет. Прям так, пока никуда не жди, когда подбегут. Вот, один пришел. И второй давай, сейчас придет. Давай, 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 беги. Ты куда? Дебил. Дурачок, кошмар. Куда едем, сэр? Едем. Ну, по карте смотрим. Первым делом в ресторан на центральном острове. Так, ну, короче, получается, здесь... вниз, 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 и потом на мост. Да. Вниз, вниз, налево. Потом резкий поворот направо. Если правильно понимаю. Сейчас мы... Туда. Нет, вышка не работает при туда, поездке. Да? Сюда же, да? Да. Технически, да. Мы постарались что вопросы... там светится под машиной? Мы постарались есть. Решить вопрос с лагами, но вот вопрос мерцания частиц мы никак не сможем решить, потому что писали в комментариях, что мафия не оптимизирована для современных компов, потому что игра 2002 года, имеет свои баги, лаги. Давай налево. Тебе экран включу. Налево, налево. Good газ. Было бы смешно, если бы ты врезалась в газовую... Мы бы взорвались? Конечно. О, да. Ты туда поехал, разворачивайся. Туда поехал. Ать! Там мышку не использую, она не нужна. Ну я это... Подожди. Сейчас, подождите, товарищи, товарищи! Меня не подрезать! Давайте аккуратненько едем, да? Аккуратненько. Аккуратненько! Аккуратненько, да-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 да. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прямо? И ты по карте ориентируйся. Блин, вниз. Налево. Вниз. Оп. Кто-то, кстати, гидрант подрубил. Ха-ха, это была не я. О, да! Это, я считаю, большое событие. А может, это бы я была в прошлый раз, а? Может, оно до сих пор не заспанулось. Так, туда? Да. Центральный... Ты куда? На мост. Так. В другую сторону. Ага. Да подожди ты, блин. Собака! Подожди. Ща. Не в туда. Не в туда! А в какое это в туда? Так, ну, с горем пополам получилось что-то сделать. Ну, хоть никуда не торопимся. Так, это у нас получается тачка милицейских. Полицейских нужно обходить со стороны, потому что они кончены. Они очень свирепые здесь. Так, едем, едем, едем. А ничего, что мы посередине дороги едем? Вообще нормально, да? Так это ж полоса. Ну и что? Что ты не едешь? Я еду. Ты зажимаешь. Первый поворот налево. Так. Вот, конечно, вот, знаете, вот я играл Mafia Definitive Edition ремейк. Переиздание, так сказать. Вот там во время поездок хоть диалогом все как будто украшено. Ну, так скучно ездить. Сейчас, конечно, у нас ни музыки, ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, блин, потормози. Ну че? Тормозить? Да. Выйди из тачки. Просто заплати штраф. У меня есть деньги? Ну, тут денег нет, короче. Ну, на тебе, ну, держи, дядя, на. Вы нарушили закон. Я вынужден взять с вас. Мы же мафия. Ладно, командир, вот вам. Вот бабки. Бабки на корточках сидят у подъезда. На лавочках нет места им всем, поэтому на корточках. Только не ударила. Я стараюсь. Все, сели обратно. Да, едем сели, дальше. Поехали. А эти двое что вылезли? Они дурачки. Сион уже крестик киш на радаре. Угу. Можно ехать на него. Мы близко. Так, буквально поворот. Да. Чуть-чуть, блин, не ну, хватило. Ты уже лучше ездишь определенно, но сегодня стрельба будет. Да я всех перестреляю. Направо. И своих тоже. Нет, мышкой не пользуюсь, я же тебе говорю. Да ну, тяжело не пользоваться мышкой, когда кажется, что можно. Оп-оп-оп, вот где-то здесь, да, все. Еще ближе. Приехали. Вон, видишь, здание стоит. Вот там еще есть. Едь. Смелее едь. Тормози. Подъедь. Да. Ну, в принципе. Так вот. Все, нормально? Нормально. Что, теперь мы ждем, когда эта тварь уйдет. Идет. С чемоданчиком каким-то. Вперед, к следующей точке. Так, Хобокин, бар Помпеи. Получается, едешь прямо. Для тех, кто не понимает, почему музыка другая, а она будет другой, на монтаже вставлена. Почему? Потому что музыка в мафии палевная. Налево. Да. Музыка в мафии палевная, за нее прилетают налево. Авторские права. Туда. А мы, да, бля, добропорядочные пользователи Ютуба, мы не хотим нарушать правила, да? Да. Так, получается, едешь прямо и заезжаешь на мост справа, который... А мне зеленый был вообще-то. Он не имел права вообще так делать. Еще и мне сигналит. Скотина такая. Вонючка. Скот. Скат. Скиталец. Ты как-то разрушаешь весь свой образ. Я очень серьезный человек. Да. Хватит. Я серьезный человек, я серьезный мафиоза. Да. Сюда? Я наблюдаю, да. Мост. Едь. Смело. Смелее. Обгоняй эту сволочь слева. Да. Может сейчас вот так подъехать и прикрыть ему в путь. Не так. Объедь его для начала. А ладно, ты не обгонишь его. Что за корыто нам дали? Что-то дохлое какое-то создание. Сказано 60 миль в час. Километров которых? 40 миль. Плевать. Так, окей. Хобокин. Оно не лагает? Звучит как что-то знакомое. Для меня нет. Вроде бы оно стало в любом случае лучше. Собака, как страшно! Вот я не понимаю, как остальные ютуберы смогли решить проблему с такими проседаниями, дерганиями, мерцаниями, я не понимаю. Я не нашел ни единого... Двигай. Я не нашел ни единого варианта решения проблемы в интернете. Ни единого. Прямо. Да, прямо. Сейчас эта женщина еще под колеса прыгнет. Но если ты кого-то сбьешь, ты не проиграешь. Это только когда-то таксист, типа добропорядочный гражданин. А там эти люди такие: ай, да уже спили его, а господи, нет, я выхожу. Потом налево. Аккуратно. Мы не целуемся с фонарями машиной. Ну да, так. Ты гораздо лучше ездишь, это определенно. Я поняла, как это работает. Объедь его нафиг. Это все уже поздно. Эти мент патрулируют. Налево. Ментура. Налево, да? Налево же тут, да? Ну да, до упора и налево. Будьте так добры. Будьте полюбезнее. Ой, побыстрее, пожалуйста. Ну. Вот, это уже хорошо. Так, будет поворот направо. Ты даже не представляешь, как мне страшно. Стоп. Просто страшно. Поворот направо, видишь? Еще табличка Хобокин написана справа. Ага. Так, а теперь по карте смотри, куда конкретно ехать. Так, получается, едь прямо.
там будет поворот направо. Дрифт! Ха-ха! Да бля. Осторожно! Пошел нахуй! Пожалуйста. Так, сейчас мы сворачиваем направо. Ты можешь на другом повороте поехать направо. Я здесь хочу. Окей, а что это за наглость такая была? Я не знаю, но прошу прощения за мат, друзья, я не хочу материться, просто... Ну а чё он паникует-то? Она так. Всего лишь его чуть не сбила. И налево. Да, сразу. Сюда. Ну и, соответственно, до упора прямо и направо. Ах ты ж, боже ты мой! А что за резкая смена видимости камеры? Не знаю, может, ты куда-то нажала? Да нет, никуда я не нажимала. Так, едем прямо. До упора, да. Нет, только я вообще крутая посередине дороги еду. Умничка вообще. Ты белье вывесил. Да. Ты куда? Придурка кусок, налево. Направо. Ай, застрял, дурачок. И пошел дальше. Что кричишь-то, блин? И пошел. Так, секундочку, я сделаю вот так, наверное. Да-да-да-да-да, по встречке не еду. Где? Где там? Переехала. Я добавил чуть-чуть освещения. Мне кажется, мы слишком темноваты. Все. Ну что? Да, нормально вообще, балдеж. Заглуши моторчик. Мы там будем жить? Нет. Так, получается... И куда это? Разворачиваешься. А вон, видишь, сверху. Нет, не вижу. Синяя. А куда мне? Ну, разворачивайся. Так. Пердит. Это колымага просто какая-то страшная. Да и боже, такая машина будет у нас в реальности. Вообще-то сейчас это раритет, очень дорогой причем. Это, конечно, да. Нет, я хотел бы раритетную тачку себе. Так, по карте смотри. Так, ну налево и направо сразу. А прямо если поехать? В смысле? А, я даже до тебя не доехала, дурная ты женщина. Так. Ай, как некрасиво вписалась в поворот. Так, налево, соответственно, получается до упора и направо. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, выезжаем ровненько, выезжаем. Ну, почти. Да, жми на полностью на газ. Прямо едь. Ага. Жми наверх, Ватя! Козел. Козлы! Нам направо, нет? Нет, прямо пока. Там направо поворот. Как бы не в ту сторону. Хватит бить по шляпе. Какова моя шляпа, друзья? Кстати говоря, для тех, кто у нас, подписчики у нас в основном составляют пока костяк Геншина и Ханкая, вы не волнуйтесь, ребят, если вы смотрите нас, вы не волнуйтесь. Мы продолжаем и Геншин, и Ханкай. Закончим мафию, добавим еще какую-нибудь игрушку для разнообразия. Это игровой канал. Мы обозреваем, мы проходим сюжет. Мы любим сюжет. А пока мы только ездим на этой колымаге. В аэропорт. Люблю далекие дороги. Далекие поездки, длинные дороги. Так. Особенно, когда тебя везут туда, куда ты не знаешь дороги. И такое ощущение, что просто... Поездка вниз. Почему здесь дороги лучше, чем в городе? Потому что это шоссе. На шоссе люди развивают очень большую скорость. Потому что очень большое пространство нужно преодолеть. Поэтому это логично, что шоссе лучше. Так всегда. Никогда бы не подумал. А в городской черте 60 километров и будь любезен. Да что за козлище? Да это я его чуть не подрезала. Эх, красота, тишь да гладь, поля широки и какие-то страшные заборчики. Да ёптить, можно ровно, пожалуйста? Можешь ограничение выключить, в принципе.
всегда подруливать правее, левее, бляха. Казалось бы, что сложного? Едешь себе прямо, да и едешь. А не тут-то было. Давай, чел, педаль в пол. Под зад ему. Надеюсь, мы не попадем ему под зад. Так, сейчас как обгоню. Главное, осторожненько. Тихо-тихо. Я спокойно. Неплохо. Вот Steam отель. Все, можно в гонки играть. Скоро гонки, судя, будут миссии. Нам писали про это. Такие птички, такие пик-пик-пик. Да. Ничего не нажимай пока что. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Ясно. Да чихал он на вас. Не курите возле объекта взрывоопасного. Да. А то взлетите вместе со всем этим местом. Какие странные кольца дыма, они такие кругленькие, как будто пузыри. Сука! Ублюдки! Том, меня подстрелили! Такой спокойный! Боже мой! Такой спокойный! Том, меня подстрелили! Больно! Передай Сальери, что теперь это наше место! Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья! Вытащи Сэма! Не хотят вылить из него информацию, вытащи его оттуда! Тебя надо отвезти к врачу! Это подождет, достань Сэма! Так, если что, приседание на С. Не-не-не, обходим, естественно. Не с той стороны. Так, а давайте сделаем так. Раз, два, три. Вырежешь это. У меня уже ручка болит. Раз, два, три. Продолжаем. Просто по приколу это не обрежу. Так, на приседание на С. Сейчас попрактикуемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Качаем попу. Зажимать, если что. Да, я поняла. Вот. Оп, и поперли. Так, смотри, здесь собака агрессивная есть. Ее убить? Просто залезай наверх. Сюда? Не здесь. А вот здесь. Ниже собака. Нет. Что нет? Залезай. Как? Не так, пробел. Не здесь, а ниже, где? ниже. Да, в другую сторону, развернись, обратно вернись. Ну, вот же проход. Да подожди, вот. Ну вот, развернись. Направо. Сюда? Ну да, только не здесь. А где? Влево. Направо. Ну вот же, но же низкая платформа. Да. Ты про это. А я что ж, понимаю, что ли? Нет. Да прыгай ты. Так. Еще залезть на один ящик. Да я нажимаю. Что с этой... Так, открывай дверь. Присаживайся на С. Так, сначала знаешь, что сделаем? Что? Зайди в эту комнату, которая... Вот эту? Ближняя, да. Автомат Томпсона. Так, теперь присаживайся. А у нас тут есть что-нибудь, что можно взять? Нет, ничего. Жаль, я бы взяла вот это пальтишко, к примеру. Так, налево. Развернись. Бра! Собака-псина, вонючий дрянь. К ней можно было зайти на толчке и убить его. Да? Сейчас сзади пойдут. Блядь! Как тут нахрен стрелять? За дверь уйди. Присядь. Сука. Где он там? Ёптять. Куда камера двигается, я не понимаю. Он жив? Он мертв? Нет, он жив. Так, хорошо. Еще один бежит.
того еще подними приклад. Так, иди прямо. Так. А закончились патроны. У меня закончились патроны, балдеж. Другое оружие. Все? Другое оружие возьми. Да я... Как? Мышка, колесико, ну как же еще? Ну я взяла, блин. Да вблизи не могу его убить, писец. Направо иди. Сюда, да. Там аптечка есть. Там никого нет. Сратая собака. Пугала? В ванную зайди. Капец, 2 хп. Вон аптечка. Где вот это? Да. Ты же всю хп восстановишь. Хрен там! Но ты не умерла сразу, это уже интересно. Я думал, будет гораздо хуже. Ты так. Псина сутулая, можно я ее убью? Не надо, патрончики. Почему? Патрончики подбери. Где? Ну, тот, кого ты убила только что. А у них есть патроны? Конечно, у них оружие есть. Так, сейчас заберу всех. Обчищу. Начни с этого чувачка. А обыскать труп. Вы ничего не нашли. Как это так? Придурок. Пустой. Вот пистолетик. Смит Вессон. Перезарядка, если что, R. Ну смотри, если у тебя патроны есть. Я подожди. Так, здесь приседай. Где ваше оружие, уроды? Так, аккуратненько. Нихуя нет. Так, аккуратненько в приседке двигайся. Чешется, чешется. Так, разворачивайся. Выше, 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 поднимай. Так, вот так вот двигайся. Чувак есть слева за стойкой барной, вот здесь. Только не выходи полностью, хотя посмотри, где они. Камерой. Эй, дурачок. А вон он. Так, давайте сразу кое-что сделаю сейчас. На. Кувырок выключу. Вот с кувырком, короче, есть вот такая беда, что кувырки мешают очень жестко. Так они же должны помогать. Они мешают. Так, теперь аккуратно. 4 патрона. Это паршиво. Надо за 4 убить его. Так, присядь. Прицеливайся. И аккуратненько вправо. А иди. Как я его прицелюсь-то? Д. Вправо Д. Двигайся. Выше поднимай, выше поднимай. Ай-яй-яй-яй-яй. Но я не понимаю, что такое выше. Он выше вот так вот делает. Он вот так вот поднимает эту всратую камеру. Он что прицеливается это? Выше, понимаешь? Ну, начинай заново, что могу сказать. Это стоило ожидать. А что ты не пропускаешь? А я что, знаю, как пропустить? Любая кнопка. Окей. Нет. Сюда. Ну, конечно, ты же там начинала. Пёс вонючий! Ня! Почему? Так убей! Псина 30 хп оставил мне! Что это? Болинский. Может заново начать? Да нет. Больной ублюдок, ей-богу. Это кто его там? Это он? Это он? Это наш ГГ? Нет. А кто? Другой голос. Зачем ты не залезешь? Это тот на толчке, да? Сидит такой, ублюдок. Больше ты этого не сделаешь. Больше я не буду есть у этого грязнули Джо. Зайди к нему сразу, убей его. Только возьми автомат Томпсона. Сейчас. И давай к нему в туалет. Это очень жестокая и грустная смерть. Так, присядь. Ближе. И открывай туалет. Возьми его пистолет. Ой. Ой. Быстрее появится соседний. Сядь. Встречай. Села, 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 все. Пуши прицел. Все, села, села, сижу. Сижу. Дураки, дураки. Да конечно, дойди до меня для начала. Дойди до меня, придурок. Так, ждем еще, и аптечку там можно будет взять. Он мертвый. Бегут. Бегут. Нет? Что? Ну ты ж не в голову стреляешь, что ты хочешь. А куда? Сейчас, сейчас.
Голова — это смерть. Все? Тут еще раз бежит. Ну? Все. Возьми пистолетик его. Да бля! Кольт. Ага, сквозь дверь. Так, на беседочке аккуратненько. Может, там кто-то еще остался. Вот дурная же собака, боже мой, какой кошмар. Ну, иди в туалет, возьми аптечку, в принципе, нормально. Так, 60 хп уже больше. 59. Это что он за прикол такой? Почему 59? Рил не понял, я тоже сам. Так, беседочку поехали. Так, подбери патрончики. Ничего. Так, смотри, аккуратненько сейчас будет. Ну, ты помнишь, где они, да? А это там стоит. Твою мать! Придурочный! Давай, давай, давай! Нет, не умер? Нет, живой. Так, ну по мне не попадают пока что. Так, 10 патронов, смотри внимательно. 10 это лучше, чем... Так, там чувачок. Вон, видишь, дай дурачок. А что ДД? А? Д ничего не делает. Так, урок я выключил. Выше, выше, выше. Ай, бля! Больно бьешься, чел. Больно бьешься. Куда ж ты пошла? Но я не знаю, я паникую, у меня пальцы двигаются, мне... Ну, пропусти. Эть! Где эта ёханая собака? Сучка. Это месть, если что. Кто не понял, это была жестокая так, месть. Так, ну дальше действуй же так и раньше. Бери в Томпсон, стреляй того чувака. Если что, я люблю собак. Собаки хорошие. Боюсь, но люблю. Ну, это скорее претензии к разработчикам. Что они сделали такую возможность, чтобы собаку убивать. Еще она кусает сама. Она что, конченая, что ли, кусать всех? Ну, она же охраняет. Реалистик. А, я понял, кому не говорят. Это они говорят тому, кто там остался в засаде. Кто остался в засаде? Сэм. Ну, тебе же сказали, Сэма вытащи. Так, громковато как-то они с ним разговаривают. Быстренько пистолет возьми. Сейчас. Да, блядь. Ладно, потом. Жди, чувачок. А почему труп пустой? Пистолет же у него был не внутри, а он же использовал его, он выпал. Ты куда идешь? Ай! А как ты собираешься стрелять? А я не знаю. Ну я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Че ты не стреляешь? Так я стреляю, вот видишь. Стараюсь. Пошел ты нахер. Да блин, ну отойди, не знаю, что-нибудь сделай. В смысле, блин? Я тебе в голову. А ты... Ага, разбежался. Возьми оружие, пока они тут есть. Так. Ну, а, добей их нахер. Ты че ж ты ползешь-то? Какая тебе скорая? Все, все. В смысле ничего не нашли? Так, раз пистолет. Вон два пистолета лежат. Угу. Оба бери. А как? Все. У вас есть такое оружие? Оружие. И что? А че их двое, че их не трое? Ну, видимо, решили посидеть. В засаде. Как предыдущий. Так, я думаю, пока аптечку нет смысла брать, да? Ну да, хп у тебя достаточно, в принципе. Она сейчас пойдет выбрать нормальное, а и не протекаться. Что ты хочешь? 28 норм. Ну да. На них всех хватит, там еще. Сейчас, подожди. Нет, ты поворачивай в ту сторону, да. Вон стоит чувачок. В голову. Сука. Да ты попадешь в него или как? Так, аккуратненько. Не близко к стене.
Не близко к стене, ты же себе делаешь хуже. Что нам мешало выбить эту дверь, блядскую, зайти прямо? Ну, наверное, скрытность. Блядь! Куда ты бежишь? Так, осталось не так много. Присядь, пожалуйста. Так, и проще стрелять и... Да-да-да-да-да, подожди. Сладкий, подожди. Все? Выше стреляет. Не, он живой. Плохо. Ты, сучка. Так, остался один за барной стойкой с автоматом. Аккуратнее будь. Так. Не пробегай туда ни в коем случае, он тебя убьет. А если я проползу? Он тебя заметит. А как мне? Просто выгляни и попади в него. Определи, где он. Ну, где-то откуда очень удобно сюда стрелять. Вот. Так. Всё? Ну иди ищи Сэма теперь. Так. Что ж. Неплохо. О, кстати, Смит Вессон Магнум очень жесткое оружие. Да? Ох ты ж, блядь! Это ж хоть не Сэм был, нет? Нет. Сэм же к пиджаке был. Дурак, напугал вообще. Возьми Смит Вессон Магнум сразу в руки. Тут валяется коль. Во, перезаряди. Как? Р. Ну, ищи Сэма теперь. Ага. Так, и тут ничего я не могу взять. Нет. Блин, паршиво. После Геншина хочется все залутать. В принципе, после любых игр, которые я играю, всегда нужно что-то лутать. А это вообще кто? Что ты тут забыл, придурок? Ну, видимо, он избивал. Ты куда идешь? А куда нам надо? Ну, если здесь охрана, значит, Сэм здесь. Тут? Нет. А где? Там? А, ну да, он же отсюда орал, как придурочный. Вставай, Сэм, закончено. Здорово, они тебя обработали. Конечно. Пойдем. О, господи! Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Приготовься стрелять. Извините, я этого дурачка убила. Куда ты целишься, дурной? Сядь, что под концов. Что происходит? Ты чё так долго? Это он показывает, что надо крутиться, да? Все, он мертв? Да. А что, тот самый, что ли, это? Да! Смотри! Сейчас покажу. Смотри. У него даже рубашка кровавая была. Видишь, он здесь был. Я реально ложил, нихера себе киборг. Дурак! Это Сэм! Да. Вот он. Все, я думала, Сэм сдох. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Так ты осторожнее, что ли? Что ж эти лысики такие агрессивные, я не понимаю. Давай, только попробуй. Ты не пройдешь мимо меня. Спокойно, братан. Только не дергайся. Все в порядке. Уходи. Нет проблем. Только попробуй. Ну, ловлю его. Нет, у него наши бабки. Лови его. Блин, придется бежать. Не бежать, а ехать. А, еще хуже! Давай за ним. Куда? Подожди. Кстати, чел, чтобы пройти эту миссию по-легкому, можно было ему вначале прострелить колеса. Да? Ну ты б сказал, что ли, не знаю. Ты что делаешь? Поехали! Давай! Ограничитель выключен, да? А куда он уже сдрыснул? Я его не вижу. Он прямо. Где это желтое недоразумение? Работа не пыльная, да? Нет. Убейте человека, украшива ваши деньги. Ты можешь тебе стрелять с машины. Как? Да. Только она желательно стрелять по человеку. А это как бы сложно. Подойди поближе просто. Сейчас. Так, поворачивайте Дэй. Да придурки, блин! Ты ж не поворачиваешь. Так в смысле, блин? Поворачивать А и Д. Я знаю, только А и Б сидели на трубе, а упала бы пропала. Что осталось на трубе? Поехали. У меня сейчас адреналин шарашит, так что я могу быть немножко неадекватной. А и Д. А что А, Д? Блять, он ушел. Еще раз.
А зачем поворачивать, говоришь? Ну, чтобы не врезаться. А, ну, логично звучит, да. Вот так вот. Ты у меня на мушке. Дурное ты сас... Что это было? Вообще неадекваты. Господи, да что ж такое? Они все так, просто ты... навстречку едут. Давай, 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 давай. Ну, что? Нажми на кнопку. На какую? На V. На V? Что такое V? W. Так это W или V? Ты определись уже. Где это вообще нахрен? Я не знаю. Где? Вот. Вперед же ехать. Так я еду вперед, что ты? Но ты же врезала, скоро же сбавлится, ты же не едешь. Ну потому... так я же нажимаю. Но ты же не отпускала кнопку, поэтому ты не едешь. Ты а, же врезала. Ну так ты же хоть объясняй, что ли. Просто раньше я нажала, и все, и мы поехали. А тут он что-то как-то паршивенько себя чувствует. Всем картам вообще можно догнать его. Может, из-за того, что я врезалась? Да ёптить, ну я же... Поворачивай мышкой! Да я поворачиваю, на кнопку нажимаю! Ну я хотела ему перекрыть дорогу здесь, все, это мое задание, перекрыть дорогу ему конкретно тут. Все. Он так красиво рухнул прямо перед... Блин, так удачно было бы. Ну, нет, не судьба. Давай, 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 роднуля. Вот. Тихо. Сами-сами с усами. Давай, тихо. Сюда чуть-чуть того-того этого. Давай. 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 Вот так тебе, сучка. Давай! Хуйня! Еще раз. А сама она не может нажать? Нет. Что-то нажимать. Escape, загрузить и последнее. Ну, это твоя маленькая работа на сегодня. Давай. Так, на меня, пожалуйста, не надо. Наезжать. Вот так вот. Сука! Херобора ты этакая, давай, едь, давай, машина, давай, машина, давай, Сэм, как тебя там звать-то, я забыла, плевать, вообще, плевать, ну, едь, давай, не, еще раз, Эск, я тебя убью, чем больше я это делаю, тем сильнее я хочу его просто раздавить, пожалуйста. Чем ты мышкой работаешь? Да по привычке, блин! Сублять! Сублимат ты человека! Да, гонки ты не пройдешь. Пройду. Ты не представляешь, что там. Давайте попробуем запустить гонки через руль. С руль? Да, потому что у нас есть руль. Да блюмать! Как тебя нахрен? Угораздило. Сука, блядь, ебаный в рот, пиздец, блядь! Давай! Убей его! Kill him! Kill him! Где он? Давай! Да какие кувырки! Убейся! Да! Молодец, солнышко. Умничка. В гараже появились новые машины. Спасибо. Тварь такая вонючая, сука. Убил прям как я хотела. Но это почти была я. У меня почти получилось. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия и не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь.
но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Посмотри назад, там они в Т-позе стоят. Если хочет остаться в живых. Симс эту штуку... Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтуру. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышал. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем... Че, дурак, что ли? Сальери держит хорошего друга для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь... Человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Да, сука, вот такой. Маленькую историю. Мне очень жаль, сэр. Я не хотел... Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр. Ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути. Псих. И полицейский такой. Дон, что ты хочешь? Да. А все остальные тоже смотрят такие. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись. Большинство людей старались просто его избегать. На этом мы закончим. 1932 год. Это касцена. Мы будем посмотрим в следующей серии. Плейлист будет ссылки в описании. Лайки ставьте, комментируйте, подписывайтесь на телеграм-канал. До свидания.